Сергиев Посад, как всегда, встречает прекрасным своим видом на холме Маковец. Так когда-то назывался высокий холм, часть Дубравы, которую избрал для своего пустынического жития юный Варфоломей. Такой прекрасный вид на синем стальном даже цвете неба. Сегодня 10 апреля. Лавжская колокольня, подкладистая часовня, источник, Успенская церковь, Свято-Духовская, трапезный. Троицкий собор в лесах, на ремонте с внешней стороны, а внутри все как прежде. Вот эта площадь Лаврская со сложившейся архитектурой, с ритмом зданий. Прекрасно. Дни поста. Все убегают. Праздник. Вход Господень в Иерусалим.